это за мальчики тут проснулись. А у нас тут готовится завтрак. Блинчики. Блинчики. Мам, дай блин. С миньонами. Макароны с миньонами. Так, садимся завтракать. Гриша сейчас там дяде Степе поможет. Придет. Ты вот там вот где-нибудь садись. Хочешь здесь? Нет, там. Тут? Да. У нас есть просто блинчики. Есть вот 4 блинчика. Это с ветчиной и с сыром. Ты какие будешь? Или соус достать? Соус. Соус? А бабушка, отец. Что? Это с клубничкой, да, соус. А можно я сюда намажу? Нет, с ветчиной, если ты ешь, то не, ну ты с ветчиной сюда опять положи, хорошо? Я еще доем. А ты макать можешь сюда соус. Брать блинчик и макать. Нет, кинуть не надо. Можно же вот так все сложить, смотри. Вот так макать. Понимаешь? Я сейчас буду готовить обед. На обед у нас будет лапша из индейки. Здесь у меня крылышко индейки. То есть одно крылышко и одно предплечье. Я уже говорила, да, 195 рублей за килограмм. Вот они вместе соединены. Это я их просто разрезала. Все готовим из этого бульона. Здесь у меня компот кизиловый. Я сразу все добавляю. Ягоды, сахар и воду. Все закипело, выключила. Ну что, готовим кушать. Сразу решила приготовить и обед, и ужин, чтобы не тратить потом время еще. Когда выходные, нужно готовить два раза в день. И, вернее, два блюда, можно уже один раз в день. Потому что все хотят кушать, все всегда голодные, все дома. Вот, поэтому сейчас готовим кушать. Кроме папы, да. Здесь у меня индейка обжаривается. Я покупала именно на... Ну, как это, на гуляш, типа там было написано. Вот, в общем, это индейка. А здесь у меня все же варится крылышки на лапшу. Компот уже готов остужиться. Кизил сразу весь туда упал. Это музыкант. Я готовлю с живой музыкой. Да? Они мне не дают. Все крутится. Ну скажи им, Антош. Я им говорю. Ну еще раз, значит, скажи. Если ты мне поплачешься, от этого я ничего. Я много раз говорю. Ну, вот еще... я оттуда лицо выбирала. Дети, давайте вы сами разберетесь, смотри, иначе мы сейчас поссоримся. Это видится? Ой, смотри, а там что-то крутится, не пока делается. Да. Мама, что это? Вот крутится. Круто, так ведь чуть подзаедает, да? Прикольно. Мама! Я уже приготовила обед. Это лапша, которая просто с луком и с лапшой без картошки сегодня. Ну и зелени с чесночком. Вот это остывает, потому что горячая. Здесь вот картошка с мяском. Добавляю воды вот совсем немножечко. И все потом это тушится, картошка как-то выделяет уже свой сок. Вот здесь немножко лапши останется, наверное, Григорию. Так что сейчас будем уже обедать. Так, а мы уже все проснулись. Немного поспали, сейчас 3:30. Мы будем собираться на карате. Сейчас перекусываем. Кто-то поедет до дедушки, да. Значит, я на карате, а не до дедушки. Буду снимать Гришина кимоно. Ветер у нас вообще ужасный. У нас тут виноградик поспевает. Мама! Уже. Вот уже он какой, да? Монокукить уже. Да, у нас ветер тучи разгоняет. Погода, конечно, уже такая сразу осенняя, не то что вчера. Это листики. Тучи? Да. А тучи на небе. И нет. Потом с этих туч серенькие. Вон, видишь, все небо в тучах. Потом с этих туч дождик капает. Понимаешь? А
хочу. Ну как хочу? Потому что дождик с туч. Когда тучи к нам прибежали, значит будет дождь. Если нету туч, значит нет дождя. У нас так, ну что, мы уже приехали в Динскую, я забыла камеру, так что буду снимать на телефон. Мне, конечно, это вообще непривычно. А у нас ну, дождь начинается. Снимает, ну да. Этот голубь так прошел, и мне показалось, что крыса. Гриша, не говори даже эти слова мне. В общем, ждем, у нас дождик начинает капать. Сейчас покажу. Вот. Давай переворачивайся, не хочет переворачиваться. А, вот и на стекле дождик начал капать. А вон этот голубь, который похож на крысу. Нет, вот главное, он так неожиданно прилетел. Гриша, давай, сынок. Гриша. Сынок, давай. Гриша. Давай, давай, котик. Гриша. Давай, 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 давай. Гриша, давай, давай. Чуть-чуть. Молодец. 30 секунд осталось. Давай, давай, Гриша. Пиццы, ну, да? Короче, мама две бери. Две пиццы? Нет. А свежую курочку и забивать коктейль банановый, короче. Все, мы уже дома. Нашла я камеру. Она же в гардеробной была. Как я могла ее забыть, вообще не знаю. Самый ответственный момент забыла камеру. Вообще ужас. Ты лучше скажи, вместо того, чтобы мужа поцеловать, она за этот схватилась. За что я схватилась? За этот. Ну как его там, пирожок? Ну что он у меня? Я не знаю, что тут. Это третья серия ликвидацию все время мечтал посмотреть. А вот. Папа, это что у тебя за новый массажерчик? Да, папе массажерчиков дети. Антидепрессант. Антидепрессант? Да. Да. Тебе не бывает депрессии, папа? Не, вот сейчас особенно где он на жопе лежит, там особенно. Депрессия? Депрессия. Фофанька. Алло, к вам! Привет, сынок. Ты где сегодня был? А мы у бабушки Гали. Да, а что ты там делал у бабушки Гали? А у меня Гали. Да? Да. А помню, ну, Гама, ага. Раньше это называлось...
Ты что тут разлёгся? Нет, там нет места. Афоня, что ты хотел маме сказать? Что ты сейчас говорила? Ну-ка скажи. Боки тули. Это что значит? Это боки тули. Это значит больше танцуй, да? Да. Потому что мы что смотрим? Танцы.ру. Больше танцуй, больше танцуй. А я только сейчас пойду и упаду.